Проезжает мимо нас Наталья Непрямова прямо сейчас. Вдумайтесь в те ощущения, которые испытывал Александр Легков, Сергей Устюгов, дважды Большунов. Сейчас Наталья Непряева. У меня мурашки по коже, господа. Наталья Непряева выигрывает общий зачет турниски. Первая женщина, девушка, красавица, которая побеждает на турниски. Мы вас всех поздравляем, страна, мы лучшие. Желтая майка наша. Да, две победы подряд в индивидуальных видах программы в спринте в Оберсдорфе, в масс-старте здесь. И пусть и четвертая на горе, но первая в общем зачете Наталья Непряева. Браво, друзья, браво! Наталья молодец, умница!